Кустанайская колония УК-161/2 стала первой в республике, где открылся производственный цех по изготовлению светодиодных энергосберегающих ламп. Работают на предприятии 8 человек из числа осужденных, которые изготавливают лампы трех видов – для офисного, уличного и производственного освещений. Во-первых, они погашают свои иски гражданские, судебные. Во-вторых, значит, они получают профессию здесь. При освобождении, значит, с мест лишения свободы, они могут устроиться на гражданке, значит, куда-либо на производственные, значит, предприятия, где могут они использовать свои, как бы, возможности, ресурсы, вот эти знания. Здесь в колониях мы работаем в трех направлениях, то есть это РГП «Инбек», который занимается непосредственно обслуживанием учреждений и трудоустройством осужденных. А во-вторых, это частные предприниматели могут здесь получить в аренду помещение осужденных для трудоустройства и работать в этом направлении. На сегодня с УК-161/2 сотрудничает 12 частных фирм. Здесь изготавливаются металлоконструкции, мебель, пекут хлеб. Осужденные имеют возможность открыть даже собственное ИП. На сегодня у нас в учреждении два индивидуальных предпринимателя осужденных, которые трудоустроили к себе 7 осужденных. Вот один из их продукции. Пошив, вот вы видите, курток, пальто и изготовление вот деревянных изделий, товаров народного потребления. Устроиться на работу в цех по производству энергосберегающих ламп удалось Василию Лаптиакру. В кустанайской колонии строгого режима он отбывает наказание уже 2 года. В прошлом был электриком, так что профессиональные навыки пригодились. Просто сидел в бараке, время тратил. Вот как предложили собирать светодиодные лампы, я согласился с радостью, потому что, ну, как бы, зарплата — это хорошая возможность, профессия. В дальнейшем, после освобождения, буду дальше заниматься, если будет такая возможность, собирать, работать. Представители филиала «Инбек» Кустанай уверены, что продукция будет востребованной. Ведь в стране работает программа по энергосбережению. А данная продукция, к тому же, имеет 100% казахстанское содержание. Пока предприятие ищет рынки сбыта, планируется выпускать не более 100 ламп в неделю. Но в дальнейшем у предприятия есть все возможности увеличить производственную мощность до 1000 ламп. С покупателями, думают, проблем тоже не будет. Ведь каждый заинтересован в экономии. Данная лампа, она, сами знаете, срок службы там более полугода. Его, соответственно, сами знаете, надо вызывать обслуживающий персонал, это надо менять, это раз. Да. Во-вторых, это надо постоянно закупать, носить, ну, то есть планировать закуп постоянно. На данный светильник наше предприятие дает гарантию до 5 лет. В течение 5 лет, даже если что-то происходит, мы его бесплатно меняем. Сегодня в колониях Кустанайской области находится более 2000 осужденных, 63% из которых трудоустроены. В этом году в УК-161/2 РГП «Инбек» Кустанай планирует открыть еще одно производство – брусчатки, что также позволит повысить процент трудоустроенных осужденных. Диара Ахмечина, Евгения Финько, РТН.